В этой школе искусств обучаются сотни талантливых детей, будущих певцов, музыкантов, поэтов. Но в этот раз шанс выразить свой взгляд на мир перед пристрастным жюри выпал юным художникам. Школьникам полицейские предложили описать, какую они видят работу стражей порядка. И дети с радостью откликнулись. И было, что удивительно, дети с любовью и с душой откликнулись, поддержали нашу идею, весь педагогический коллектив этой школы, учащиеся. Это единственная школа-интернат для одаренных детей в республике. Здесь учатся самые талантливые дети нашей области, южно-казахстанской. Со всех отдаленных аулов, районов приехали. В общей сложности здесь обучается 250 школьников. Это все талантливые дети. Как оказалось, дети видят работу полицейских по-разному. Борьба с преступностью, охрана порядка на дорогах, восстановление справедливости. В каждой работе свои акценты. Но объединяло все рисунки одно общее убеждение. Полицейская служба трудная и очень необходима для людей. Когда услышал об этом конкурсе, я с большим желанием принял в нем участие. Через свой рисунок я хотел поблагодарить полицейских за их мужественную работу. Благодаря этой службе можно жить и работать спокойно. И я пытался проявить это убеждение в своей работе. Все рисунки школьники выполнили с душой. Выбрать лучшие работы для жюри оказалось нелегкой задачей. Тем не менее, свой выбор судьи сделали. И теперь 20 работ победителей будут украшать выставку, посвященную 25-летию казахстанской полиции. Участников конкурса полицейские наградили благодарственными письмами, подарками и вручили 20 билетов на международную выставку «Экспо-2017». Данияр Худайбергенов, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании «Отрар».